Снова показываю строительный материал для домов. Но здесь, по-моему, до этого я какое-то видео делала, короткое видео. Там был такой стандартный брус, а здесь уже разный. Ну, смотря кому что-то надо, но считаю, это доска, да, это не брус. А это что, брус или доска? Ну, то есть мне без разницы, как это называется, просто хотела показать. Цены, если $15 за сколько? Или здесь вот 10 за сколько, я не знаю. 8, 25 за такую ширину, да? 16 за такую, за это, за одну штуку, или за какой-то, за 10, за сколько, за какое количество? Для меня это немножко непонятно. $30. Вот эти узкие 11, $7. Вот это вот 7. Ну да, наверное, за штуку. Да, потому что вот потолще они вот уже вообще 63-64, вот эти вот широкие доски. Это такой состаренный стиль, да, интересно. 136 за упаковку, да, вот. Упаковка получается такая. Сейчас как грохнет что-нибудь мне на голову. 236 за упаковку. 136, 134. Ну, ширина зависит, да? $8. Не нашла в Lowe's, который на тумбочку, такое освещение, лампы. Только вот что, подвесные, нету настольных, на тумбочных. Музыка опять гремит. Нету таких для тумбочки. Все подвесные. Я не там ищу. Или что? Эти вот все подвесные. Абсолютно. А, ну здесь немного совсем выбора. Тоже, видимо, надо подождать до Икеи. Вот какая-то маленькая. Такая симпатичная. А сколько она цена? Цены нету. Как всегда, когда что-то нужно, нравится, цены нету. Это снова все подвесные. Ну, это вообще что-то. Ну, нету, да. Жалюзи. Нам так и не привезли на одно окно жалюзи. Дом сдувался со всеми жалюзями. 8 окон, 7 есть, на 8 нет. У нас узкие окна, вот не так, как здесь две половины, да, а одно узкое. И вот таких вот 8 штук. И вот где они потеряли одну. А если покупать, ну, это, ну, как подобрать похожую? Пускай говорят нам бренд какой. $300. Мы хотим телевизор повесить на стенку. Не знаю. Или покупать какую-то тумбу типа такой. $300 тумба. Музыка безбожно играет. Thank you.
Обои это я уже как-то показывала. Цветы искусственные. Вот такая вот трава. $30. 37. $60. Или это горшок? Это цена за вазу. Это ваза, вот 37. А, это с цветком, да? Или это тоже с цветком? Не знаю. Орхидейки вот искусственные, $20. Вечно цветущие. А что? Не люблю искусственные цветы. Ковры по 209. О, то, что я искала. Полки для обуви. Только здесь совместно. Это такой, как гардеробный комплект, да? Это не то. Мне нужно просто для обуви. А здесь вот и для сумок, для обуви. Различные, да, 239 такая вот. Просто полочка $52. $52. А это 360 вот такой вот. Да. Такой сколько? 55 или 220, наверное. Я думаю, 220. А, этот весь вместе. Или 179, или 220. Это непонятная цена. Нету отдельно полочки для обуви. Такие вот для организационные такие. Может, мне корзину какую прикупить? А, я Walmart купила какую-то. Здесь, кстати, дороже. Я за $6, по-моему, купила. Мне нужно было одна. Дороже здесь. Ну все, полочек нету, да? Или тут дальше еще 10% off. Нам такая не нужна. 60. Сколько она? Вот сколько? 49, 6. А, здесь, наверное, каждая секция по-разному. Цена, да? 54. Да, 64. Вот тут верхний, например, написано 60. Средний 64, что ли? А это 35, а это вообще непонятно. 139. Что пишут? Сами не знают. Это какие-то для инструментов. Уже ящики пошли. Сюда непонятно. 15. Что? Не за шкаф же, за вот этот огромный, да? Цены внизу стоят за какие-то детали. А сколько вот эти вот шкафы? Непонятно. Опять же. Так, для обуви нету. Что тут? Смотреть дальше. Какие-то рулоны. $40. Что это? $25. 12. 13. 20. Не знаю, что это. Если бы я знала, но я не знаю. Тут много всего непонятного в этом магазине для меня. Снова какие-то полки. 139, 184, 209, 119, 169. Просто полочек для обуви нет. Дайте мне полочку. О, вот полочки для обуви. 35, 40. Они мне не нравятся. 50. Так Walmart я видела за 12, за 20, это 50, 70. Все, я поняла, надо покупать Walmart. Это для чего такие? Четыре. Множество полок, да? Это просто такие вот полочки. По 32, по 40. Вот они вот такие. А, кстати, нам в туалет нужна полочка.
Но я представляла какой-то другой, даже, возможно, пластиковый, но не деревянный. Какой-нибудь маленький. Это большие. Так, тут снова какие-то баки. Странные вещи. Странные. А, это вот для стола. Это то, что нам нужно, наверное. Это маленькие какие-то. Это что-то маленькое просто. Маленького размерчика совсем. Вот они вот такие мальпасы. А, нам, наверное, может что-то такое, что-то нужно. Какое-то оно некрасивое. $15. Надо посоветоваться с мужем. Ну, здесь нормально, внутри такое прорезиненное, чтобы не скользило посуду. Столовые приборы, ножи, ложки. Нам получается две тогда нужно, там широкая. Я не знаю, мне она не нравится. Я не знаю, почему. Нам надо пошире, во-первых. Так. Пылесос мы купили. Шарк тяжелый. Здесь покупали. Ну, вот здесь, да, шарк тяжеленный. Я думаю, со временем мы купим какой-нибудь получше. Может быть, скидки в следующем году. Сейчас мы просто не попали на скидки. Сколько такие? Вот 450, 800, 800. Ну вот шарк. 450, да? В белом и черном цвете. Робот-пылесос, да? Классно. А, нет, он 179. А, 450 это другой матрикс. А те он 179, 250, 120, 130, да? Там 130, 250. Это магазин Brand Low. А, нет. Они пишут так просто, что этот магазин оставит бирку. А за 180, за 180. Интересно, как он работает. Интересная идея. Потому что он решает вопрос с возвратом холодильника. 2 дня назад нам доставили холодильник Samsung с поцарапанными с обоих сторон. То есть не впереди, не сзади, а по бокам. Как будто его протянули мимо чего-то такого. И там вот просто во всю длину по бокам царапины. Решает вопрос. Ну, его забрали сразу. Мы написали, что мы его возвращаем. Так, смотрю, вот кухонька красивая. Ну, наш дом сдавался с кухней. Просто классно, так, конечно. Вот это более шикарные варианты. Шкафы духовые, электрические. Ну, у меня есть, у нас там газовая плита электрическая. И со шкафом хорош. Но я еще не пользовалась духовкой. Плита электрическая. Классно, быстро греется. Мы в гостинице готовили на индукционный, но не часто готовили, так скажем. Не баловали себя готовкой еще по кафешкам. Ой, красиво жить не запретишь, как говорится. Серый верх, коричневый низ. Да, огромная кухня. А цена тут... А, тут есть цена. 1000 за что? 429 тысяч. Не знаю. Что почем. Такая вот беленькая, красивая. Аркадия, да? У меня в Беларуси кремовая кухня.
Я люблю, конечно, светлые. Но вот у нас вот такая коричневая в доме, как вот низ вот той коричневой. И мебель мы все коричневую купили, и не знаю. И кажется, потому что дом большой, какое-то пространство большое, получается, я не знаю, нам надо было, наверное, светлую мебель, или она бы слилась со светлыми полами, стенами и со светлыми ковролин, пол, в общем, все светлое, да? Если бы еще купить светлую. Женщина напряжала, я забыла, что я говорю. Ну, имею в виду мебель. Ну, мы купили по цвету венге, коричневое что-то все. Ай, нормально. Просто когда у нас ничего не было, пришлось все покупать. И практически в один день вот оно так и получается. Тут холодильник плохой доставили. Ничего себе, это, наверное, для каких-то кафешек. Это что такое? Или это панель просто здесь, да? А, это отдельно панели цены, да, на панели. А это плита с газовой, с этим, с духовкой, да? 3000, 1500. А 700, это или это панель считается, вот это тоже. Отдельно, наверное, вот духовка 1439, или вот этот 3049, или 1900. А панели отдельно, это 1500. Это сколько? 780, наверное, да? Или такие панели, 780, 1000, это, ну, долларов, это духовка 1900, это 1300, 650 панель. Пока муж там рассказывает женщинам, где я живу, они у него спрашивают, не у меня. Слава богу, я хоть научилась что-то понимать. Какие-то... Вот я уже боюсь всяких тут побитых холодильников. Вот он 1100, он какой-то, он помятый, да? Выбираем. Даже не хочу показывать, какой выбрали. Ну, дешевле, чем этот. И почему-то вот я не хочу, чтобы вот внизу были вот эти вот морозилки, да? Я хочу... Сейчас покажу, какой, но только я покажу. Ну, вот есть по 700. Вот. Вилпру мы привезли, нам уже доставили стиральную сушильную машину такого бренда. Но я не знаю, как он. Вот этот вроде тоже. Вот этого бренда дом сдавался с... Аж, господи, я не могу. Мне так хочется сказать английские слова. Значит, дом сдавался с микроволновкой этого бренда, с газовой плитой электрической и с посудомойкой. Не знаю, как работать. Мы живем только 4 дня в этом доме. Так, потом какой-то Амана 680. Ну, как-то уже Вилпро, ну, что-то вот такое уже белое. Этого уже мы наелись в Беларуси, это у нас было. Уже не хочется, да? 500, 488. Все равно хочется что-то по... Но хочется и подешевле, да, не за 2000, ну вот 1400. Бренд тоже, не, я даже не понимаю, какой это бренд, скажите мне. Мидия, не знаю. 26, это маленькая вместимость считается. Мы ищем, чтобы было 28. Ой, блин, сейчас я что-то собью. Настройки. Вот эта вместимость маленькая, что ли? Ну, муж говорит, маленькая, значит, будем слушать мужа. Вот мы ищем, чтобы слева были морозильные полки, да, полностью вот так вот, камера морозильная, с водой, без воды, уже без разницы. А справа, чтобы были холодильные, да. Может быть, это не очень комфортно ложить для замораживания вот здесь вот. Может быть, более комфортно какими-то ячейками, ящичками. Здесь просто полки. Ну, я думаю, вам на двоих все равно хватит.
Ну вот, 1100. Ну это 25. Это маленький. Это маленький. 1125. Опять вот этот бренд. Фриджи Драйя. Фриджи. Дейр. Не знаю. Фриджи Дейр. Короче. 1100. 1150. Тоже только 26 вместимость. 25 даже сколько там? 25,6, да? Этот вообще 24,6 Вилпро. Ну, почему Вилпро? Вообще Wild Pool. В общем. Ну да, маленький. Решетки какие-то нет. 1600. Опять этот Wild Pool. Блин, вот как неудобно вот это вот, да, которая делает лед, холодную воду. За нее тут просто места даже нету. Открыть дверь. Это надо, чтобы дверь не прижималась к шкафчикам. 1100. А, вот этот что-то. А, 27. А, LG. Я что-то LG не хочу. Он красивый такой. Это тоже LG, да? 1500. Потому что классно. 4 дверцы, да? Ой, блин, не могу открыть. Ой. А, не 4 дверцы, это имитация. Все равно здесь морозильная, здесь будет холодильная. Я думала, что 4. Это просто здесь так разделено. Дизайн такой. Здесь тоже так же. Ну да, здесь тоже так же. 27,6100. Красиво сделано. Угу. Такой вообще 17. Вместимо 17,5. 1200. 1600. LG тоже, да? 800. И беленькие такие обычные. 750, 700, 700. 740. Фридж Дейр. Уже миллион раз, наверное, я надоела вам этими холодильниками. 2000 лет. Хороший большой 31,5. Samsung. Ага. Этот классный 26,6. Какой-то Hisense. Что это за бренд? Hisense, не знаю. А, тут открывается на две, но здесь одно пространство. Холодильное. Ну, хорошо, классно. Всяких там полочек много для ничего закрыть не могу. Они как-то качели пытаются. Куртку держу в руках, неудобно. Ого, туда. Морозилка так морозилка. Целого кубанчика можно уложить. Я свинину вообще здесь перестала кушать. Я и дома уже перед отъездом не кушала. Не кушала, не ела. Не употребляла пищу. А тут в основном курица, да, говядина. Вот какие-то разные. 1600. 1600. Такой LG 1900. 2200. Мне вот этот нравится. За 2200. Вот такой с зеркалом. А здесь тоже одно пространство. Две дверцы, но пространство одно. И там две морозильных камеры. Показать себя. Я вообще как была вот в доме, дома в чем была, потом села и приехала в магазинчик, потому что муж после работы, ему нужно было
срочно. Так, 929. Это похоже. Вот, наверное, такая у нас. Да. Фриджидер. Не, не такая. У нас здесь вот управление вот это. У нас вот здесь находится. Не такая. Тут есть такие. Вот, вот, наверное, вот наша. Точно, вот. Это вот плита, точно. Сколько она стоит? 800. Да, вот это один в один. Есть такая еще 1200. Чем она отличается? Только... Смотрите, там фарки интересно разрисованы, да? Ну да, это наша плита. 1100.